Ну что, друзья, всем привет! У меня все идет по плану, все по графику. Я прям удивлен, как будто словил какое-то, не знаю, зерно удачи. И гемы тогда вернулись. Я сразу прокачал аккаунт, кубки поднялись. И сейчас на видос я должен сделать 4900. Это еще не все. Сегодня у нас пятница, причем черная пятница. Кстати, ребят, насчет черной пятницы. Clash Kings возобновил свою работу. Здесь сейчас действуют скидки просто на 50% практически на все товары. Аккаунты Clash of Clans, аккаунты Clash Royale. Заходи и покупай, потому что, ну, это действует всего лишь несколько дней, поэтому успей купить аккаунт по очень вкусной цене. Ссылка на Clash Kings будет в описании. Хороших вам покупок. Завтра суббота, а это значит, что завтра я уже выберу победителя. И мы узнаем, кто же будет владелец этого аккаунта. Завтра я с этим аккаунтом попрощаюсь. Хочу сегодня выжать с него максимум. В этом ролике я подниму 4900. Прокачку трогать не буду. Но... я вот вам предлагаю следующее. Мне-то все равно. Я с этим аккаунтом попрощаюсь, он мне не достанется, я никакой с этого пользы не поимею, то есть то, что я сделаю лучше прокачку. Но я предлагаю вам следующее. Если на этом ролике мы соберем 10 тысяч лайков за сегодня, это надо именно сегодня, потому что завтра уже розыгрыш, и сегодня как раз то, что надо в сундуке, это очень важно, потому что этот аккаунт будет кому-то из вас. Если на этом ролике мы соберем 10 тысяч лайков, я доначу сюда 28 тысяч гемов, покупаю золото и... делаю фул прокачку и дофармлю мини-пеку. Этот аккаунт все равно кому-то из вас будет, поэтому поставить лайк и получите этот аккаунт. Кстати, если хотите, ну, вдруг еще не приняли участие в розыгрыше, в описании будут условия, в принципе, это последний день, поэтому участвуйте, завтра уже будем на стриме выбирать победителя. Стрим будет на канале Holdic Life, тоже подписывайтесь обязательно. Ну что ж, я предлагаю сейчас перейти к онлайн-каточкам. Все зависит от вас. Если наберется 10 тысяч лайков, я делаю фул прокачку в следующем ролике, сегодня же. Поэтому дерзайте, друзья, не упустите этот момент, потому что, ну, хз, этот аккаунт же не для меня, а для вас, поэтому я думаю, что, конечно, выиграет его кто-то один, но, блин, черт, вы же за это просто поставите лайк, ничего более, поэтому попробуйте. А вдруг фартанет кому-то из вас? Вот, ну что ж, поехали. Будут очень сложные поединки, поэтому я буду максимально сосредоточен и очень тщательно смотреть за действиями соперника, пытаться просчитывать эликсир и продумывать свои действия наперед. О, как вообще, стратегия, ё-моё. Так, ракета, так, коргик, отлично, лучницы и готовим разряд, бревно еще. Так, но это не помешает Коргиганту сделать несколько тычек. И мы убили мини-пеку. Нет, мы сейчас просто ему реально очень много снесем здоровья. Здесь мы кидаем фаербол. Кидаем фаербол. Блин, последняя тычка от гиганта. Это было бы вообще шикарно. Но я считаю, что и так много мы забрали. У соперника бомбит, а мы радуемся. Потому что мы хотим 4900 с вами. По поводу кубков. Если я сделаю фул прокачку, я, естественно, буду делать 5200. Стараться. Не делать, а стараться делать. Это разные вещи. Делать и стараться. Но, блин, ребят, честно, я доволен даже тем, что сейчас на этом аккаунте, потому что я с этим аккаунтом уже был готов прощаться, когда здесь было 4300 или 4200. Полуфул. Да какой там полуфул? Там вообще ни одной карты было, не было фуловой, потому что разработчики забрали у меня единственное, что было фул, это разряд. Вот, сняли некоторые другие карты. Короче, ну вы помните, да? То есть я разыгрывал этот аккаунт, когда здесь ни одной карты не было фуловой. Ни одной. Сейчас все могут быть фуловой. Абсолютно все. Если кто не в курсе, что нужно сделать, вам нужно подписаться сейчас на этот канал, на котором смотрите, поставить лайк. Ну, лайк. Вот, подписаться на канал, где стримы, на группу подписаться и репостнуть. Ну, там ничего сложного. Условия будут все в описании, если что, участвуйте. Вот. Ну, тут, короче, скорее всего, победа. Потому что мы уже одну вышку снесли. И, в принципе, я думаю, не составит даже трудности нам снести вторую. Посмотрите, фуловый кор-гигант. Мини-пека, блин, почти, но не дошел. Так, ну смотрите, сколько здоровья осталось на правой башне. С учетом того, что у нас еще ни одну вышку не снесли. Так, здесь у нас так. И здесь у нас кор-гиг. Абсолютно соперник ничего не может мне сделать, он беспомощный в этой ситуации, я ему сочувствую. Да, возможно, я взял прокачкой, возможно, но мне плевать, потому что, блин, ну нет, на самом деле мне не плевать, я хотел бы больше, но до этого подбирали соперники пожестче, поэтому сорян.
4900, не за горами, осталось 2, получается, поединка. И, собственно, мастер 1 у нас уже покорен. Поехали, поехали, следующий поединок. Не будем тормозить. Так, поехали. Итак, следующая каточка, прям, знаете, такое ощущение, что я сейчас на основе играю. 13 уровень соперник и легендарная лига в клане. То есть, ну реально, очень так опасно смотрится и сразу как-то страшно становится. Пока ничего выпускать не буду. Опять хок, что ли? Я прикалываюсь. Нет, это похоже на кладбище. Это 100% кладбище. Но знаете меня, что успокаивает? Прокачка карт соперника. 11-е леги. Это слабенькие леги. Сейчас будет Мега Найт. Чекайте. Блин, Мега Найта нечем контрить. Ё-моё, блин, я был прав. Ах, лучше бы я ошибался. Но это не кладбище. Это не кладбище. Там Шахтер, скорее всего. Так. Ну, ой, вышибало прям в тему. В тему вообще вышибало. И разрядик в тему. А может быть и не и Шахтер, может там, я не знаю, Летучка, ну, хрен знает, а может Шар вообще. Так, ну хорошо, урон нанесли, и урон не получили, почти, да, все отлично, урон не получили, 18-18, а, Хок, Хогушка там, ну это старая дека, помните, да, эту деку, Мега Найт, все дела, так, Пламенный, что у него там сейчас, что у него, Банда Гоблинов еще вроде как есть, нет, я уже забыл, честно. Но эту колоду, я припоминаю, она была в мете определенное время. Она как и в глобале была. Но мне эта мета тогда не нравилась. Я не умел этой декой играть. Вот. Так, хорошо. Ставим лучниц. Так, ставим сюда лучниц. Так, сейчас, я так понял, будет атака справа, да? Атака справа. Ну, тут хок этот вышибала. Вышибала спокойно дефает. И тут у нас... Коргигант. Коргигант, по идее, по эликсиру я должен быть в плюсе сейчас. Плюс ему еще вышибалу надо как-то контрить. Он в любом случае Мега Найта сейчас будет использовать. Я Мега Найта законтрю спокойно мини-пекая одним. Ну, конечно, он будет еще что-нибудь что-то подкидывать. Мы забираем вышку. Так, здесь используем мини-пеку и используем разряд. Используем разряд, но еще придется мне докинуть сюда лучниц. И, скорее всего, фаер. И, скорее всего, фаер. Ай, не попал фаером. Тихо, мне придется использовать печку. Кривая печка, но урон мы Хогу нанесли. А, жесть. Так, у него ракета, да, не забываем. Окей. Так, ставим вышибалу. Ставим вышибалу. Так, так, так. А, Позен, какая ракета? Черт, это предыдущий был соперник с ракетой. Я запутался маленько. Так, неужели он на три короны пойдет? У меня еще электродракон, это для него сюрприз. Да, он на три короны пошел. Ну, мне кажется, это его ошибочка. Мне кажется, это его ошибка, наверное. Ну, не забывайте, что у меня еще вышки слабые. Это, конечно, тоже минус. Так, но сейчас все будет хорошо. Сейчас все будет хорошо. Я тут просто разрядиком собью каст. Плюс должен дракон подлететь. Нормально так Коргигант нанес урона. Так, прекрасно. Все пока что замечательно. Электродракона. У меня есть печечка. У меня есть печечка. Тут у нас вышибала. Я Хога не пропущу. Ни в коем случае, нет, я этого не допущу. Здесь ставлю печку. Естественно, о, пламя, все, все, это победа. Это победа, 100%. Вообще, unreal. Все, пацан, до свидания. Фух, ну, сложно не было. В этой катке сложно не было, но так, волнительно. Я переживаю, потому что, кстати, дубль первый. Вчера на стриме, помните, вы ванговали? Ну, кто-то написал, ГГВП, по-моему. Типа, о, это опять дубли 3. На самом деле, это первый дубль, я не вру. Вот, можно посмотреть лог поединка. Вот, это попытки еще были вчера, 16 часов назад, видите, да, вот. Вот сегодня начал, 28 минут назад, вот, собственно говоря, все на ваших глазах. Ну, поехали. В принципе, это не важно, сколько дублей, на самом деле, хоть 5, хоть 10. Самое главное, ой-ой-ой, что-то подлагивает, ой-ой-ой. Неважно как, самое главное, что мы дошли к цели, да. Цель моя, кстати, не 4900, а 5к. Вообще, 5К плюс. Да что-то подлагивает, ребят. Тормозит интернет. Не знаю, или что это. Или сервера лагает. Шучу. Блин, я не знаю, что так подлагивать. Вчера тоже на стриме я заметил, что был какой-то момент, что просел интернет. Так, ладненько. Опять пламенный дракон. Шахтер. Короче, тоже похоже на Мега Найта. Очень похожая дека.
Без понятия, какую карту сейчас выпустить. Так, окей, выкинем выше баллу с краю карты. Так, это последняя, кстати, катка, надо выиграть, блин, а я уже проигрываю по вышкам. Ну, я думаю, что туда фаербол, да? Да, я думаю, что фаербол. Вот так вот, аккуратно. Фаер, причем, убивает мушкетера полностью. Он у меня 13-й, замечательно. А, там не пламенный дракон, там маленький дракончик. Ну, ставим печечку. Ставим печечку. Печку. Че так ласково? Печку ставим. Ставим печку. Прогреваем. Прогреваем нашу вышку. Блин, что я несу? Все, заткнись. Все, молчу. Так. Ух ты, блин. Ух ты ж, пух ты ж, как много урона. Ну ладно, ладно. Он еще кор-гиганта моего не видел. Сейчас все будет. У него ж фаер, да? Да, у него фаер. Так, ну тут лучницы. Лол, а чё он мушкетера слил? Окей, так, мини-пека. Сливается фаер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опасно, опасно. Мини-пека подходит к вышке, делает одну тычку и сделал бы вторую, если бы был 13 уровня. Но мы сравняли счет, словили соперника, я считаю, на его ошибке. Ошибка его была, это фаербол кривой и банда гоблинов под духом. Две ошибки соперник допустил, но все равно видим, что отрыв у нас небольшой. Всего лишь, ну, у нас 6 хп разницы, да, по вышкам, и то он лидер. И то он лидер. Так, ну тут фаер. Фаер 100%. Здесь электродракон. Здесь лучницы. Здесь лучницы. Блин, жалко, что... О, нормально, нормально. Шахтер, кстати, сагрился изначально не на вышку. Так, ну что, ставим кор-гиганта. Он еще его не видел. Это для него сейчас будет прям шок, шок. Так, готовим разрядик. Я думаю, что не надо ничего готовить. Просто сейчас просто дефаемся. Я думаю, что он вышку не заберет. Я ему этого не дам сделать. Тем более он шахтера на одну и ту же точку. Но нет, в этот раз он по-другому его кинул. Так, тут электродракон. Нам остался один фаер. 13 секунд до конца поединка. Ребята, это победа. Это 4900 кубков на Хабибе. Мало того, что... Хорошая прокачка, так еще и с высокими кубками я этот аккаунт сегодня, завтра точнее, буду разыгрывать. Ребята, я доволен, блин, я очень рад. Это было несложно, это было несложно с моей-то прокачкой, но я думал будет сложнее, потому что то, что происходило на 4600, это ад, просто ад. Это трэш был какой-то. Все, ребятки, 4900, 2 скрина для превью. Хабиб уже выглядит солидно, согласитесь. Но это еще не все, все в ваших руках. Если 10 тысяч лайков наберем на этом ролике за сегодня... Пожалуйста, просто все прожмите, я закидываю еще гемов, делаю выпуск, и сегодня, возможно, на стриме будем апать 5200. Давайте, друзья, это все для вас, аккаунт готовится для одного человека, поэтому давайте сделаем, а че бы нет. Мне от вас всего лишь нужны лайки, мотивация, это несложно, вот. А так, в целом, я уже доволен. 4900, почти фуловая прокачка, но можно сделать больше. Поэтому давайте, все зависит от вас. Не прощаюсь, сегодня, возможно, еще увидимся. И не забудьте прийти на стрим. Ссылка на канал для стримов в описании. Пока, ребята.